Используйте то оружие, которое вы захватили, командир. Так. Ну что, подписчики и зрители канала Деловит Видео. Вот у нас с вами Мисс Командер 2. Миссия 5. Наши роботы. Вон, новый. Так, посмотрим. Что нам даст небольшой тактический ход? Давайте сохранимся. Так. Нам нужно какой-то склад уничтожить. Сейчас посмотрим дальше. Погнали, Кикутер. Кстати, в первом не было такой опции. Ведь там был фонарик. Напомните? Так. Может, это Анубис? Это видно? С ним мы так разберемся. Так. Взорвался все-таки. Отлично. Так, опять попали во флеш. Нашу флешку попали. Плохо. Check.
Так, хорошо. Пробуем. Прыгнуть. Тоже команду набрали. Кто-то у нас гуляет. Хочешь фонарик? Нахуй. А мы наш берем. Так, все. Запчасти полетели не наши. Хотя как все, есть тут еще он выйдет, нет? Ладно. Посмотрим. Только и так. О! Тут много просто скоро только не так. Так, флешка. Чистой совести. Так. Ага. Objective complete. У вас есть новая технология, шкипер. Это технология увеличения радиуса поражения. Повреждения те же, но стреляет дальше. Грустно. И за захват арсенала ресурсов мы не получим. Собственно говоря, обидно. Очень даже обидно. Ладно. Шестан тоже мы контроль ворот взяли. Вот свое покровительство, но тем не менее у нас почему-то вот стена остается вражеской. Несмотря ни на что. Так. Ага. Давайте. Шаю. Потерял руку. Очень плохо. Что где-то здесь на карте есть ремонтный бокс, но на него нам нужно еще дойти, довоевать, добивать, добегать, как хотите. Можете интерпретировать, поэтому на всякий случай, чтобы не рисковать жизнью пилота. Не хочу я проверять, если есть такой параметр, как смертность по итогу прохождения заданий. Командой 1 он был
и там пилоты умирали очень даже так легко. То есть попадание случайно на поле боя запросто могло лишить жизни. В принципе, здесь, в общем-то, фишка в чем? В том, что управление турелью, управление воротами находится на другой стороне. И нам, собственно говоря, вот еще такой момент, я сейчас осмотрел карту повнимательнее. Здесь так дорога есть, которая уходит в Геандов в реку. Но вот на мысль не толкнуло, а что если мы здесь штурманем преграду, да, то есть попробуем пройти на тот берег. И, конечно же, нельзя. Хотя нет, что можно, смотрите-ка. Очень даже можно, и мы уже на другом берегу. Что, в общем-то, не может не радовать. С другой стороны, преждевременно хлопать в ладоши, поскольку нам с вами нужно еще будет. Так, Шаю. Раненая Шаю. А как проходит? Сегодня мне не везет с легкими механик постоянно. Уничтожают. Поднять. На ходу и конец можно будет ее поднять. Так, так, поставим. Если будет захват компонентов. Я думаю, что он будет. Вряд ли это Star Slayer. Шаю. Давайте зайдем с этой стороны. В общем-то, какая разница. Так, цистерна с топливом. Там вот РДД. Давай. Шаю, ты куда? Башка, не ходи. Наши грузовики. Нет, все, что должно было уцелеть, уцелело. О, классно. Так. Enemy resources captured. Check. Enemy resources captured. 9000. Ах ты. Все-таки вот нам чуть-чуть не дотянули. Для того, чтобы поднять еще одну машинку в воздух. А, машинка имеется в виду. Так. Просто здесь там. Так, значит, сохранимся. Опять встречу. Не хочется его в бой пускать. Между тем, на тактическом экране была такая команда, там была информация, вернее,
о том, что броня у этого робота выше, чем у Шадаика. То есть, чем у Razor Shadow Prime. Shadow Prime должен быть... Так, Анубис. Порвал. Ай-яй, плохо. Очень даже обидно. Objective complete. Нам пока ремонт не нужна штука. Хоксол. Так. Подремонтируйся пока чуток. Света в темном царстве к нам. Так, мы пока пойдем куда? Ну, пока сюда пойдем. Вот мы заплатить. Поехал, так? Наш шторм нашел. А не огонишь. Отлично, просто все. Аварим. Там, что мы видим работу. Самонаводящийся ракет. Но мне кажется, не оружие. Так. Так, что у нас тут еще может быть? Вроде как ничего. Понятно. Кто тут еще поехал? Так. Грустная флеш. Шаги. Вперед. Что ты пошел? Ну, что ты будешь делать? Куда он пошел? Назад. Кто у нас такой? Спросил я. Все, поехали. Тайпи. Ну вот мы и захватили эту штуку. Пусть ремонтируют флешку. Да.
Настю что? Так, Славя. Герой, иди ремонтируйся. Сюда. Так. Ну, тут у нас как-то вот так все получилось. Если у нас что-то такое тоже интересное есть. Ага, пушки. Пушки. Надо выходить с этой стороны. Брать пушки. И там уже что-то делать конкретное. Так, скажем. Там флеер на ремонте. Хватит. Так. Так всем прибывает. Грузовичок подъехал. Слэйра сюда. Подождать. Молодец. И пятики на нашей стороне. И это хорошо. Тюремный комплекс. Так. Эти пушки. Парам. Всё. Так. Посмотрим, что у нас здесь. Прожектор управления. Так, пушки. Турели. Угу. Турели тут еще стоят. Тут никого нет. Да? Так. Стар Слэйр, да, прыгнешь? Давай, Стар Слэйр.
Warning, enemy has recaptured building. Уничтожить ворота. Класс просто. Шикарно. Так, что тут еще есть? Для захвата ничего больше интересного нет. Мне интересного тоже ничего не снял. На топливный бак. Вот. То есть в идеале можно было пройти через берег, пробить здесь стену, ворваться и все вот так вот штурмовать. Эта штука взрывается, здесь взрывается все. Вот честно. Мы заходим и штурмуем все, что попало. Так. Mech power up detected. Где? Thanks for the rescue, Commander. Sounds like you messed them up pretty good downriver. One of their big shots, I think his name was Bong, he seemed pretty scared of you. Listen, I've had it with House Steiner and I can use a job. I was Mech Warrior about 20 years ago, my call sign was Steel. Interested? I'll send a transport to extract him, sir. If he checks out, I'll add him to the roster. Так вот здесь все получается как-то. Здесь осталось все. Нам страшно ничего там нет. Отход. Так, тут наш там ресурсов здесь нет. Ресурсов здесь нет, здесь тоже нет ресурсов. Жаль. Немного жаль. Чуть-чуть не тянули. Так, ну что, зато все идут в окрестности точки сбора. Так, и эвакуатор где все дальше. Вот так вот все стоят. Трофеев здесь нет. Должны быть, но их нет. Вот. Бегут, бегут, бегут. Понятно, кто куда бежит. Вот здесь. Так, все в сборе. Вот. Одинокая флеш. Стоит в сторонке. Так, ты куда полез? Флешка. Демонтируй флешку.
Так. Повреждений мало. В принципе, это хорошо, что повреждений мало. Почему? Потому что, значит, мы с вами оптимально подобрали состав робота. Нам, в общем-то, не потребовались дополнительные силы. И, в принципе, мы даже ремонтным боксом пользовались нечасто. То бишь, грамотно прошли карту. И у нас с вами минимальное количество потерь наблюдалось. Так что запомните, у нас был стрелок, то есть снайпер, у нас был звездный король, у нас была Шаю, у нас был бродяга, то есть бушлокер. Вот так вот. Objective complete. А, поздравляю. Миссия, кажется, пятая на планете Гарвер 6. Вроде. У них команда 2. Mission successful. Так, это хорошо. О, молодец. Promoted to veteran. Да. Союз последний. Автоматическим пушкам. Обычные навыки. Ветерана. Так, он на чем у нас на старслере? Вот, я встретил хитро пишу. Готово.